Я снимаю все. Три года длится бессмысленная переписка чиновниками Крыма на всех уровнях. Грунтовая дорога жилого массива долины в ПГТ Коктебель непроходима в непогоду. Тротуары отсутствуют. Преодолеть эту дорогу только в сапогах. Раньше власть выбирали, а теперь назначают Аксенов своих приближенных. Приходом России жители жилого массива долина испытывают полную бездеятельность чиновников, работающих в своих интересах. Всюду грязь, нечистоты, очень много жалоб от жителей Крыма в Москву. Уважаемый Владимир Владимирович, спасайте Крым. Коктебель, в частности, долина. Не нужны просто каналы снимать. Вот это за снимки не надо снимать. Вот это. Ой, а у нас что делает? Эта лужа образовалась из-за того, что там водоканал пропускает трубу, она взрывается, и вода вся идет по долине, по нашей улице Арцеолова. Образуется здесь просто лужа. И в непогоду мы здесь и школьники не могут пройти. Это уже длится годами, 10 лет. Понимаете, вот эта вот канава, то есть это вот... труба, которая идет с чистой водой, это все вот проходит по этой улице Арцеулова. И мы вот из этого, вот отсюда, вот мой дом, третий отсюда, мы не можем пройти вот по этой дороге. Вот эта тропинка идет к школе. Дети идут из долины учиться в школу. Когда проходят дожди, во-первых, там проходит речка, затапливается все, детям пройти невозможно. Им приходится одевать сменные сапоги резиновые. И этой тропинкой, сколько мы ни обращались, никто не занимается. И не хотят нам помочь. А еще объясните, пожалуйста, это какой населенный пункт, где мы сейчас находимся, съемку ведем? Это населенный пункт, микрорайон Долина, поселок Коктебель. То, о чем я говорила выше, это речка, которая не прочищается, которая засоряется, затапливает тропинку, по которой дети идут в школу, и детям в школу невозможно пройти. И здесь никто не чистит. И с этой стороны, это как бы плиты здесь лежат, и с этой стороны, кому же там можно посмотреть.